Ну чё, поехали. Где там наши рыбы? Как хорошо утром, а? Тишина, благодать. Прохладненько. Тоже недавний комментарий чувак пишет под сертей там под обзором, типа, зачем такую катушку убивать на джиге, лучше использовать под воблерки, а для джига есть более дешевые катушки. Да, логика просто железная. Зачем убивать на джиге, есть более дешевые. Да, можно убить на воблерах, действительно. Бизнес как бы. Щук? Он уже все, ушел спать. Пойду туда прогуляюсь. Какая победа? Кого нашел? Кто такой? Щука? О, какая щука, серьезная. Ты предлагаешь мне туда вниз лезть? Чё? Чё? Да уж, друг, не подведи, не так тут все просто. Как тут все подмыло-то? Весело. Ой, тут щук-то такой. Так, а ты где тут килограмм увидел? Вот там. Может, полторашка даже. Грамм 800 от силы. Ой, ой, а как мне теперь залезть-то с ней? С твоими граммами 800. Так. Грамотно. Блин. А швырни, наверное, еще. Так. Швырни. Yeah.
Так, щуку-то мы твою закинули. А кто меня-то закинет теперь на этом обрыве? На уж, веселые обрывчики. Там какая-то больно толстая. Да? Ты что, смеешься? Тут близко килограмма нет. Полторашка. Помой ее. Тон у тебя чернее, чем ты сам. Все, в мешок. В мешок, говорю? Нет, я просто пакет убираю. Конечно. Сожрал уже прям тут. Вот а он там что, лодку мужик надувал, да? А? Мужик лодку надувал? Мужик, говорю, лодку надувал. А, да? Арсенал, блин, ну я хожу, чередую, что-нибудь да сработает. Ага, кто такой? Не, мне кажется, судачок маленький. Кто бы сомневался, что ты да не клюнешь на эту резинку. Ой, какой шибзик. Зато съел-то как по-настоящему. Шуруй к своим. Сородичам. Это щука. Уже пойдем, доставать тебя надо как-то еще. Какая же грамма? Да не знаю. Уже где-то под берегом догнала. Эх, не утону бы мне вместе с ней, с этой щукой здесь. Ага. Угу. Ха, ты виброхвост видишь 4-дюймовый? Я нет. Проглотила полностью. Ну чё, ты будешь сдаваться? Ага, так она и... Ты что ты пляшешь-то так? Как заводная. Все. Ай! 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 Да хватит меня грязью-то обливать. Фу. Готово, дочь Попова. Ну да. Ну это да, это килограммчик. Моя толще. Не знаю, камера записывала или нет, но, в общем, клюнул вот такой вот зверек. Ну, тут с килограммчик, может, даже с полтора щучка. Да, грамм 800. Тут видно даже в камеру, что она очень даже. 4-дюймовый виброхвост слопала вот так вот. Его даже не видно.
догнала под берегом вдогоночку на головка 10 граммов. Красотка. Правда, чумазая немного. Я пока ее там доставал, сам весь поизмазался. Ну ладно, будем отцеплять. Ты у нас сегодня пойдешь на ужин. Такая вот красоточка. Хорошая щучка. В этом сезоне пока что самая крупная получается. Потому что щуку мало ловил совсем. Все как-то судаки да окуни. Такой вот виброхвостик слопало по самые тапки. Классно. Опа! Обалдеть! Еще одна. В том же месте, в тот же час. Ну-ка, пропусти-ка меня. Ладно, я над тобой пройду сейчас. Так. Ну это, по-моему, поменьше. Ого! Какие рывочки-то! Так, ну теперь-то камера точно пишет. Чё хитрый Вася-то? Они сами клюют. А, это поменьше было, еще и отцепилось. Неудачно схватило. Я дольше спускался, блин. Ну ладно. Хм, ну а чё, прикольно. Теперь обратно выбираться. Ой, с этим сложнее. Для хэви джига актуально бывает не хэви, ну просто лодочного джига с крупной резиной, наоборот, джиг-головки. В том плане, что у них есть очень крупные крючки. То есть ты вот двойники я видел максимум 5-0, и то их хрен найдешь. Опа, опа, поролонка. Сидит там. Сидит. Я скатился, вроде слабину дал. Нет, сидит. Хорошо, видимо, зацепилось. Эть. Да фиг его пойми, наверное. Какой здесь под берегом еще сидит? Да не, слушай, нормальный. Вот такой шебуршонок. Да, да у нее поролона даже не видно, она его сожрала по самой тапке. Ать ты какая хорошая. А? Да, да фиг, да она бы не повторила их, которая сошла. Иди сюда. Давай, они вот, блин, летние, их такие, это, активные, уставать не любят. Не хочу просто ее сейчас вот дуром брать. Сама отцепится, отцепится, потому что все равно маленькая. Ну давай, выплевывай. Хорошо сидит. Ты что брызгаешься-то так? Слушай, а сытая такая, толстенькая. Она хоть и небольшая, а толстая такая, отъевшаяся. Че, у тебя уже жор начался? Нормальный такой щупачок. Эть.
Но сегодня белый цвет они у нас очень жадно, конечно, кушают. Потому что опять вон поролонка беленькая внутри, глубоко-глубоко. Такой вот чумазый-чумазый щук. Так, тебя себе решил отцепить бы. Ладно, дорогая, спасибо тебе за поклевку и всего тебе хорошего. Расти большая, толстая, и приходи, когда в тебе будет килограмма так 5. Давай, оживай. Вот, побежал. Молодец. Чувствительность, конечно, классная у палочки прям. Вот чё-чё, а это мне у неё нравится очень. Да, кстати, она к рыбе как и липнет тоже хорошо. У нее вершинка сильно смягченная, она вот отрабатывает. А как клюнуло-то, как клюнуло. Как настоящее. Не, ну а, слушай, что стесняться? 5 дюймов. 5 белых дюймов. Сплошной вкуснятины. Ты смотри-ка, а. Да почему? Шнурок. Ну, прям по самым берегам стоял. Я ее сейчас палкой закину. У меня же Лекс, а дури в нем немерено, а такого шнурка ему закинуть как нифиг делать. Ты смотри-ка. Нет, сегодня реально белый цвет рулит. Все, что поймано, все на белые приманки. И неважно, чьи они там, какие они, поролонки, твистеры и брохвосты. Вот, твистер 5 дюймов. 5! 5 дюймов, ребята, у такого шнурка просто по самые тапки. Главное, чтобы был белый. Вот. Сегодня у нас день белого цвета. Обалдеть. Вот и не верь после этого в цвет. Вот он, твистерочек 5-дюймовый, такой вот шнуренок. Видите, какая? Вот чушка вроде маленькие, ну, как сказать, небольшие, но все такие толстенькие, то есть отъевшиеся, явно она сейчас питается. И лопает всех мальков, какие тут плавают. То есть вон какое брюхо у нее толстое. Пойдем. Опа. Так вот. Так вот. Давай. Иди к своим. Ой, ты как домой-то хочешь? Все, пошла. Ну а ту подруженцу мы забрали. Одну изъяли. Мужики, вы как бы под заброс встали. Вы под заброс встали. Да. Мне кажется, у меня шнур так быстро закончится. Только привязал, кинул. Возвращаю.
Ёлки-палки. Шнурок. А ё-моё. А крупный какой. Это что за безобразие? Ты как на 5 дюймов-то натянулся, друг? Ты сам-то сколько? 7 дюймов? Вот уж точно щуку размером не напугаешь. Ни капли. 5-дюймовый твистер и 7-дюймовая щучка. Обалдеть. Да такая поклевка-то злая. Что ж ты весь такой непослушный еще? Ладно, ты с такой высоты точно не убьешься. Ты легкий. Че, убежал? Дело...